Топ настоящих концовок диснеевских сказок. Рапунцель. Родители Рапунцель были крестьянами, которые обменяли ее на небольшое количество рапунцеля, растения-колокольчик. Так младенцем она попала в руки ведьмы. Когда ей было 12 лет, ведьма заточила ее в башню без дверей и лестниц с одним окном. И единственным способом попасть в башню было взобраться туда по длинным волосам Рапунцель. Однажды мимо проходил принц, услышал, как поет Рапунцель, и забрался в башню. В ту же ночь Рапунцель согласилась выйти за него замуж и забеременела. Вскоре ведьма узнала об этом и в ярости отрезала волосы Рапунцель. А саму ее выгнала из башни с двумя маленькими детьми. Когда принц вернулся за Рапунцель, ведьма столкнула его вниз. Принц упал на куст терновника, который лишил его зрения. Слепший он ходил по полям и лесам, пока не встретил Рапунцель с детьми. Слезы Рапунцель вернули принцу зрение. Они поженились и жили долго и счастливо.